В Люберцах пройдет ежегодный открытый фестиваль авторской песни и поэзии «Люберфест в Есеннике 2022». В Центральной библиотеке имени Есенина встретятся самые разные таланты – исполнители, авторы и поэты. 24 сентября пройдет большой конкурсный этап, а уже на следующий день многие из участников выйдут на сцену в качестве призеров и победителей. 25 сентября запланирован торжественный заключительный концерт, на котором выступят члены жюри.